Спасителю, приди, селися мы, и очистены от всякие скверны, и спаси Боже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя во имя Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, благослови нас на сие занятия. Наполни сердца наши благодарностью о дивных Твоих делах. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Записывали, да? Я у тебя можно сегодня записать. Все вместе записали. Значит, у кого нет песен, то перепишите, пожалуйста. Кто пишет нормально, спевает. Кто не умеет писать, пусть учится. Не надо. Да, сейчас у нас выбираем. Вот я тебе могу. Так, а еще что вы записали? Ну давайте тогда мы начнем с этих песен, которые вы без меня записали. Давайте я тебе могу. Никогда не пробовали. Хорошая песня. А кто ее запомнил? Я не профессионал. Арина, все. Доигрался? Я не игрался, я хотел шторы. И там я дернул шторы. Надо покорить. Падаю! Что это такое? Подожди, ты сейчас, подожди минутку. Так, на ногу. Он там шторы еще порвал. Я ничего не порвал. Тарас, садись на ту сторону. Так, на ту сторону. Садись. Хотя бы две там, в конце, и тут. Мама, а я пожалуйста. Так, сейчас я тебе молюсь. Девочки, пойду. Послушайте ее. Она, в общем-то, не новая песня. Но кто-то, может, слышал, кто-то нет. Большинство не слышал. Мелодично. Поем, а не рисуем. Убери все. К Иисусу с верою приди. Мне дано спасение в Иисусе.
и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я, я хочу с тобой быть в небесах. Вообще припев два раза повторяется. В жизни с ним и радость, и надежность. Он друг, он утешитель мой. Еще раз. В жизни с ним и радость, и надежность. Он и друг, он утешитель мой. Разрешает он любую сложность. Он вселяет в сердце свой покой. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я хочу с тобой быть в небесах. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я хочу с тобой быть в небесах. Первого куплета еще раз. Еще не знаешь об Иисусе, о Его любви и о делах, но Ему я о тебе молюсь, и я хочу с тобой быть в небесах. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я хочу с тобой быть в небесах. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я хочу с тобой быть в небесах. Коля, заканчиваешь. Коля, поем все вместе. Песню открой. И томишься в поисках пути, а тебе оно лишь только надо. К Иисусу Святому приди. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я хочу с тобой быть в небесах. Благословение в трудах. О тебе, мой друг, теперь молюсь я хочу с тобой быть в небесах. В жизни с ним и радость, и надежность. Он и друг, он утешитель мой. Разрешает он любую сложность. Он вселяет в сердце свой покой. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я хочу с тобой быть в небесах. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я хочу с тобой быть в небесах. Ну вот вспомнили, я уже забыл. Все, почему не поете? Коля, почему не поете? Не пел. Где ты пел? Ну давайте их ждут. И нас ждут. Егор, тебе сколько сейчас уже лет? 13? Ну подрос за год. Подрос. И поволосел. Что сделал? Поволосел. Ну, это мы можем. Да, Теди Галя приедет в воскресенье, машинку привезет, так что мы все скоро будем. Давай-ка сбежал. Да у батюшки он овечья ножницы есть, что машинка. Давай-ка сбежал уже. А, Ваня сбежал. Он не хотел встречать. Так, ну давайте, нас ждут. Thank you.
дом, небесные чертоги тогда оставим за порогом все то, что так не славит Бога наш дом, и каждый шаг тревожит, чтоб я был мудро осторожен и зря свой направлял лишь небу тогда. Бог назвал всем победу нашу, искренне желаю, чтоб мы как бы не потеряли и шли на встречу свету с небом над Вифлеемской звездой. Наш дух готовит город чудо, чтоб всем нам было там уютно, где ствол уже не омрачит наш покой. Наш дух, но часто мы блуждаем и свет с небес не замечаем и тьму, как истину возносим, решим, но милости не просим, и жизнь укрытый белой крышей тому, все ждет, что мы услышим того, кто все зовет с надеждой, чтоб снять сердце с греха одежды наш Бог. Искренне желаю, чтоб мы тропу не потеряли и шли на свет, что светит с неба нам перед Вифлеемской звездой. Наш друг готовит город чудный, что всем нам было там уютно, где скоро уже не омрачит наш покой. Наш друг искренне желает, чтоб мы траву не потеряли и шли на свет, что светит с неба нам перед Вифлеемской звездой. Наш дух, который говорит, чему между всем нам было там уютно, где сон уже не омрачит наш покой. Массово так запели хором. Не надо будить вас. Так, а что вы еще записывали? Это я еще хотел, чтобы записали. А, цветок не записывали? Ну это раньше еще. А косари на лугу размахались. Четыре. А вы не записывали? Нет. Косарей? Нет. Да. Вот это да. Ну вы оставите тетрадку, мы запишем сегодня. Да, хорошая песня. Как раз про покос и деревню. Мы про небесное. Косари на лугу размахались острыми косами, что им Божий цветок, им бы сделать работу свою. Я на милость Твою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, лишь только на милость Твою. Я на милость Твою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, лишь только на милость Твою. Только вера в Тебя, вот моя неизменная спутница, вера в то, что Ты всем управляешь своей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня Ты заступишься, и спасительным камнем Ты станешь пред острой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня Ты заступишься, и спасительным камнем Ты станешь пред острой косой.
зачем ты поил меня дивными розами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Косари на лугу отмахались острыми косами. Завершен сенокос, только я невредимый стою. И как в прежние дни, упиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. Косари на лугу, не понял? Не, а какую-то нет, цветок вы говорили какой-то там, да? Ну,
Ну, косари на лугу это есть. А, это и есть, да, все. Просто название запишу, чтобы потом переписать, да? Да, да, цветок называется. Но я слова-то не помню, как он не списывал. Виктор Савченко. На часах еще лишь 5:20. А есть сборник «Церковь свободы»? Подожди, ну это красиво. Нет у тебя? Видно. У вас свобода. Понятно. На часах еще лишь 5:20. Темнота, покой деревням насыпает. Притаился лагерь, станция всех закрыт. Но на кухне огонек уже сияет. Воспитатели Виктор Савченко не спит, храпит. Утром вечером там Библию читает. Это уже как раз их нету, только на библиотеке. А, уже нету, да? Да, уже нету в продаже. В общем, вы реалоги, статус из вас долго не потянут. Так скажем. Рассыпался. Что с ним хотел? Бедный Жириновский. Мы Жириновского испортили. Так, что вы еще купили? Я Оливию спросила, а кто такой Жириновский? Она сказала, это тот, кто постоянно жрет. Послушает он, что скажет. У нас ничего личного. Он скажет, что служу. Распространение его лица по нашему. Нет, баллады вы уже пели. Вы уже ее во сне должны знать и петь во сне. Я вот сейчас тут закладка на... Так, потише. Цветок я закладка положил. И еще сейчас вот вам одну песню. Хорошая, мелодичная песня. Не покидай меня. Я спою, а вы послушайте. Так, все, тишина. Валерия, выдергивать не надо. Зачем дальше?
любя, вечность веди меня, мир счастья солнечного дня. Всевышний, ты нас благослови, для труда во имя Христа. Пошли нам больше добра, не покидай меня, я быть хочу с тобой каждый день и час, и миг земной. Руку подай, любя, вечность веди меня, мир счастья солнечного дня. Да, вот эти вот ваши закладочки сейчас я положу. Что на крещение будем петь, пожелательно. На крещение вот верую, это обязательно. И я текст принесу. А может еще знаешь ли ты? Разученную. Не знаю. А у благовестия есть? Благовестие есть. Можно? Можно благовестие разучить, да? Благовестие. Вторая часть? Я бы хотела. Ролик-то в Фросе видели? Который в интернете стоит. Как вы бежите это все? Я не смотрю. Вик Николаевич. Да, бегут. Ну, вас встречались с поездки тогда. И когда пели песни. Да. Это там два было. Снимали, как они сами ехали, снимали, и как мы. Вот. А прошлый год было 5 лет, да? Ты чё? Да недавно. Ну, недавно это было. До 12 лет. В 14 году было. Ну, а кто помнит, то садитесь ближе, пойте. Светит нам знакомая звезда, снова нас Господь зовет дорогу, Слово Божье мы несем туда, где не знают люди совсем Бога. Трое благовестников в пути, а четвертый вовсе бессловесный, и в молитве вспомни, помяни, чтобы не мешали благовестью, благовестьем. Призыв небес проповедовать павшим, заблудшим благовестью. Зовет Бог Отец, Слово Божье откроет, послушай. Прошлая поездка пропасил, много мы ошибок совершили. Если я кого-то огорчил, кротко говорю, меня простите. Утренняя светит нам звезда, это нас Христос зовет дорогу. Много тут положено труда, чтобы наш спецназ летел в Европу. Благовестие, Европу вперед, покорим, Слово Божьим пленяя. Благовестие, настал наш черед, едем мы ни на что не взирая. Дальняя дорога, краткий сон, мы в степи ночуем под охраной. Вот уж догорает наш костер, завтракать пора и ехать надо. Медлить нам теперь никак нельзя,
Господи, благослови в дорогу. Наш наставник смотрит вдаль туда, Бога видит он открытым оком. Благовестие, книги дарить, этот хлеб по водам пуская. Благовестью заповедано быть, на начальника жизни взирая. Если наш Господь позволит нам, снова мы увидим ваши лица, мы расскажем, что же было там, будет чье-то сердце часто биться. А пока молись, люби и верь, если вдруг мы все не возвратимся, в небо нам открыта Богом дверь, только бы ни в чем не усомниться. Благовестие, призыв Христа, проповедовать падшим заблудшим. Пусть дорогу освещает звезда, только ты будь всегда, брат, послушный. Благовестие, призыв небес, проповедовать падшим заблудшим. Благовестию зовет Бог Отец, Слово Божье открой и послушай. Такое вот у нас произведение. Вторая. Есть продолжение. Вторая продолжение часть. Спеть. Да, да. Давайте. Это выгоните. После 13-го года было, это 14-го. В пути уже было написано. Да, вы писали, что про возвращение. Ну, вот про будущее возвращение. Будто едет летом отдыхать, море, пальмы, бары, рестораны, но жизнь дана Христа нам здесь познать. В сторону крещения обманы, трое благовестников пути возвещали людям путь спасения, а четвертый чемпион страны, лучший пес, и в этом нет сомнения. С возвращением встречаю друзья, и на улице наши веселье. С возвращением благовестие Христа пронеслось до края вселенной. Дальняя дорога, города, разные народы и столицы посетили много государств, видели бы радостные лица. Неземная радость на лице озаряла светом благовестия. Видели мы братство во Христе, и души словно белые невесты. С возвращением встречают друзья, вознесем благодарность мы Богу. С возвращением родная земля принимает сынов своих слова. Испытаний много на пути, вот сломалась наша колесница. Боже всемогущий, помоги, надо нам усерднее молиться. Руки брата Господи направь, людям сердцу положи дорогу. Ветхое ненужное исправь, и чтобы не взимали денег много. Благовестие так много преград устраняет Господь свои силы. Благовестие наши ноги спешат покорить всю Европу, Россию. Позади остались Лиссабон, Рим, Мадрид, Париж и Копенгаген. Вот дела не выдержал мотор, возвращаемся в родную гавань.
Ты, Россия, нас скорей прими, стройные березки и равнины. На Алтай в июле мы зашли, видно, как желтеют божьи нивы. Благовестие, призыв Христа проповедовать падшим заблудшим. Благовестие встречают друзья, воспоем мы осанна все дружно. Благовестие, призыв небес проповедовать падшим заблудшим. Благовестию зовет Бог Отец, Слово Божье открой и послушай. Вот наше путешествие в музыкальном форме. Ну, учитывая то, что у них в Канаде сейчас, наверное, ночь, да? Поэтому спокойной ночи. Пусть спит. Я сам. Егор тоже не борется. В Канаду, конечно, но во Францию прилетел, там 5 часов, 6 было разница, сейчас 5. Ну, как-то вот, не знаю, Бог, наверное, просто настроил себя, чтобы не спать. А охота, ну, а все же бодрствуют, а я настроился, чтобы... Ничего поменяется. И все, прям вот в раз, раз, Господь, и сюда прилетел, 12 дней там был зимой, и тут тоже сразу вот настроился, это Бог, видно, так дает. Так, наверное, не каждый сможет. А может и каждый, если потрудится. Но если уже 12 часов, это серьезно. Канада спит. А Россия бодрствует, потеряет. Канада не спит же. Ну вот они так сами. Значит, Канада еще в компьютере сидят. Канада команда, да. Всю ночь. Да, они на всеночные, да? Не сидите там на компьютере, да? Команда. Друг на друга. Это она, это он, да? Нет, это не я, это ты. Я-то ни при чем, я чистый. Ой. Так, что-то не тихо, не падать. Вас выпила, что ли? Нет. Так, ну еще что-нибудь заключительное такое массовое, такое популярное. Пусть Егор, ты умеешь играть, да? Ну-ка, давай что-нибудь. Ты на английском, да, будешь? Да мы на любом. Главное, чтобы Христа славить, на любых языках. Не будешь на английском, да? Да, просто поиграть ты. Учишься на гитаре? Ты другую сторону. Ты классику или что играешь? Ну, а классику чего? Степа, ну-ка отойди спереди. Джаза, рока или какого? Какую классику? У меня две песни. Одна такая... Душевная, да? Нет. Ну, играйте. Петь-то будешь? Нет, ты не будешь. Значит, это ребята Тараси и Егор, завтра номера какие-то подготовьте, сами подумайте, что вы там хорошо знаете. На костре. А песню или это? Песню, но музыку. Кто-то стихотворение, не только Тараси и Егор, стихи. У меня нету хорошо. Не, вот сейчас ты играешь, вот это отработай и сыграешь. Не обязательно петь, а что вы умеете, понял? Я-то само собой буду, я никуда не удаляюсь, а чтобы и другие присоединялись. Стихотворение, можно даже, если не заучили, почему-то прочитать с выражением, с чувством. Я как раз на Рождество сыграл ну песню под названием «Подготовься». «Звезда». Хорошо. Играй, играй. Продолжай. Веселая песня. Или сначала. Взрослые тоже могут что-то, стихотворение, песню, русскую народную, о природе, ну, о Христе, естественно, но у нас тоже мы поем русскую народную, о родной земле там что-то, о маме, это очень... Душевные тоже мы не... Просто я, может, не пел вам, это Игорь там больше. Несет Галя воду, на самом деле Галя не носит, только братья носят. Это только песня. Ну, в песнях пусть.
что-то знакомое. Да, это пираты. Рядом же там с вами Карибское море, ну понятно все. Ну там, как рядом, ну, относительно нас-то рядом. Ну подумаешь, 4000 километров, 5 там. Так, подумаешь, ну количество 4000 километров. Канада по территории, по площади, она... После нас. Она после России, да? Географию хорошо знает? Выживите. Мучитель, да? Ну, Ермак, ты же его знаешь. Василиса написано, пятерки сдали. Все? Они все сдали на пятерки. А остров Ньюфаундленд знаешь, где находится? Ньюфаундленд не знаешь? А что это за остров? А, Ньюфаундленд. А Ванкувер остров. Это же ваша родина. Это вам надо знать. Ну, а Большое Медвежье озеро? Не были там? А, я знаю, Василиса. Я тоже там. Это же там Великие Пять Озер. Они все светят. Там Великие Пять Озер. Тайга, конечно, похожа на нашу. Тихо! Что, проснулся, что ли? Нет, ну ты к завтрашним подготовь. Руки дошли. Не только вьется в печурке огонь, хотя это тоже хорошая песня. Можно и повторить ее, в принципе. Она для взрослых. Потому что песня о войне, это... Память, конечно, тоже хранить надо. Тихо! Деды наши воевали, гибли. Хотя всегда об этом говорят. А почему это произошло? Как правило, никто, даже и батюшки не говорил. Почему война была? Потому что немцы ну все, скорбим, убили много, все, ну, страшная война, все. А почему? Главное, почему произошла война? Потому что землю не поделили. 9 мая, вот победа, победа. Какая победа? Когда столько потерь было, никогда в истории не было столько. Боятся об этом говорить. Это вообще-то немцы сдали. А на школе на этот день победы мы это... А я думаю, что они пришли, они из оружия стреляли. Да. Ну, воздух. Это немцы, это немцы сдали. День победы – это воскресение Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Вот надо разучить тоже. Это кто написал это? А ты на пианино тоже играешь, да? На гитаре не играешь? Нет. На пианино это? Я дышу. Я тоже так. На пианино на нервах играл. Так, Тарасий, ну давай, а то у тебя уже что-то в баловство перешло, как всегда. Что-то сыграли. Только ты когда начинаешь, перед тем как, ты скажи, какое произведение? Незнакомая звезда. Ну вот, там на костре. Сначала. Сдавайся, Николай. Ты заслужил. Заслужил. Конечно, эта песня такая для взрослых более, ну,
дети тоже кое-что Христа. Тихо, успокоились. Брат на брата руку поднял. Тихо. Украина пылает, Вика. Война неспроста. Революция снова, Майдан. Ведь поверили люди ложным словам, слово Бога забыли они. Так покайтесь, призыв к вашим сердцам, а иначе пламень войны. Украина, Россия, склонись пред Христом, не замедлит Мессия прийти. Украина, Россия, очищение огнем, страшный суд для всех впереди. Для России урок, для России война, перед дверью рядом стоит. Мы беспечно живем, мы отвергли Христа, Слово Божье заменили своим. Там на небе когда-то был древний Майдан, первый ангел на Бога восстал, а теперь называем князь тьмы, сатана, в бездну ада греховную. Бездна ада глубокую упал. Украина, Россия, склонись пред Христом, не замедлит Мессия прийти. Украина, Россия, очищение огнем, страшный суд для всех впереди. Вот Мессия грядет на облаках, не легенда, ведь это не миф. Горы, камни, покройте и спрячьте здесь нас. Наступил страшный суд судьи. Книги жизни раскрыты, и перед судьей справа, слева сонмы стоят, и река очищения клокочет огнем. Две дороги, рай или ад. Отступили от Бога, забыли Христа, брат на брата руку поднял. Украина бывает, война неспроста, революция снова Майдан. Ведь поверили люди ложным словам, слово Бога забыли они. Так покайтесь, призыв к вашим сердцам, а иначе пламень войны. Украина, Россия, склонись пред Христом, не замедлит Мессия прийти. Украина, Россия, очищение огнем, страшный суд для всех впереди. Для России урок, для России война, перед дверью рядом стоит. Мы беспечно живем, мы отвергли Христа, Слово Божье заменили своим. Там на небе когда-то был древний Майдан, первый ангел на Бога восстал, а теперь называем князь тьмы, сатана в бездну ада глубокую упал. Украина, Россия, склонись пред Христом, не замедлит Мессия прийти. Украина, Россия, очищение огнем, страшный суд для всех впереди. Вот Мессия грядет на облаках, не легенда, ведь это не миф. Горы, камни покройте и спрячьте здесь с нас. Наступил страшный суд судьи. Книги жизни раскрыты, и перед судьей справа, слева суммы стоят. И река очищения клокочет огнем, две дороги, рай или ад. Украина, Россия, склонись пред Христом, не замедлит Мессия прийти.
Украина, Россия, очищение огнем, страшный суд для всех впереди, страшный суд для всех впереди. Николай, сейчас буду лежать, а вы спойте, да? Слезь с мешков, сядь. А у меня слов нет про козят. Помните? Нет. Фу, ну и душно все-таки у вас здесь. Да, да. Даже шоу. Вон, Игнатий Иванович пришел. Да. Ну можно помолиться, поблагодарить Бога. Мир вам. Это поток. Весь насквозь. Репей. Побеждал. Что, давайте помолимся. И к ужину уже надо готовиться. Да, да, точно. Давайте. Поднимите от роговицы. Я слышу. Маша. Маша, Маша, радость Маша. Достойная есть Якова истину, блажен дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без искрения Бога славорочую, сущую Богородицу Тя величаем. Благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты. Наполни сердца наши благодарностью о дивных Твоих делах. Детям даруй страха Твоего, веры, послушания. И все посеяно в их сердцах. Возрасти, Господи, и приумножь. Во славу имени Твоего Святого. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аллилуйя. Это Марина ушла, да? Тихо, аккуратно, Степа. Маша, дайте я пойду.